Теннис нажив, спасибо Карену, спасибо Хачанов тебе за победу. Джокко повел сет 3-1, но наш Карен лучше, не победи. И в следующем гейме уже отыгрался, ну так, чтобы Новак не зазнавался. Брейкнул еще раз, и счет уже 6-5, теперь уже можно на матч подавать. В панике Новак, он сет проиграл, все его мячи Карен доставал. 15-й гейм, и у нас новый брейк. Я не Snoop Dogg и даже не Дрейк. Я просто квадратный пишу для Карена. С кубком он выйдет скоро на сцену. И что же мы видим? Счет 6-4. Джока, не плачь, у себя ты в квартире. Карен победил со счетом 2-0. Теперь в мире спорта ты просто король. Тебя поздравляю и желаю успехов. И победить любого для тебя не помеха.